Всем привет! С вами Света, и сегодня будем готовить самый вкусный суп с фрикадельками по версии моей семьи. Нежный, сырный вкус, грибочки, фрикадельки. Ну как тут удержаться от добавки? Если попробуете, точно будете готовить еще и еще. Все ингредиенты очень простые. В описании под видео я оставила все граммовки. Для начала хорошенько моем и очищаем наши шампиньоны. Одновременно ставлю закипать воду в кастрюле. У меня кастрюля на 3 литра. Нарезаю шампиньоны полукольцами или четвертинками. Я больше люблю кинзу, поэтому использую ее. Но если вы не любите, тогда, конечно, можно использовать петрушку. Фарш хорошенько солим, перчим и добавляем кинзу. Для этого супа я чаще всего использую готовые куриные бульонные кубики. Можно, конечно, и сварить готовый куриный бульон, но тогда нам понадобятся специи. А с кубиками уже все готово, и специи и соли ничего не добавляю. Это очень экономит время и удобно. Можем лепить фрикадельки. Получится реально много. Отправляем их в наш бульон. Туда же отправим грибы. И проварим наш суп минут 5. Как раз фрикадельки хорошо схватятся. После этого постепенно ввожу сыр. Обязательно мешаю, чтобы разошелся. Вот так. И варю еще 7-8 минут. Вот такой суп у нас получается. Наливаю суп и подаю с хлебом. Сырный, наваристый. Жаль, аромат не передается. Попробуйте приготовить. Возможно, этот суп приживется и на вашей кухне. Спасибо вам за просмотр. Пишите, если понравился такой обеденный рецепт.
Если еще не подписаны, нажимайте на красную кнопку. Я всем желаю хорошего настроения и приятного аппетита! Пока!